В прошлом году работал на крыше. Вот встретил банку. 21-й год. Ну, это год выпуска. Перебрал более 1005 банок. И был приятно удивлен. У нее маркировка сбитая. То ли 56-й, то ли какой-то, ну, как вы думаете, между этими банками есть разница? Почему эта банка до сих пор целая? А это... песня, которая сейчас играет,